Итак, давайте все-таки сейчас создадим дополнительные страницы, во-первых, о магазине, вернее, он создан, и мы наполним контентом. Тут все просто. Находясь на этой странице о магазине, сверху есть «Редактировать страницу». Вот она ссылочка «Редактировать страницу». Мы кликаем по этой ссылке. Вот открылась эта страничка. И давайте «Плюс». Кликаем по «Плюсу» для добавления блока. И нам нужно выбрать «Классический». Выбираем «Классический». И я сюда просто вставляю URL. Устанавливаю курсор и просто вставляю текст. Ну и просто меняю название магазина. Да? Я просто взял готовый текст с другого сайта и просто сейчас скопирую, что здесь подходит. И давайте еще также плюс заголовок найдем. Вот он заголовок. По центру. Да? Жирный. И давайте с большой буквы. У вас вопросы. Вопросительным знаком и плюс формочку добавим нашу. Здесь прям можно в поиске на английской раскладке ввести WP Forms. Загружается в виджет WP Forms, WP Forms виджет, где мы создавали нашу контактную форму и выбираем консультации. Если выйдет такая ошибка, не удивляйтесь, он сейчас работает косячно, этот плагин, в плане добавления так на странице. Но если мы сохраним изменения и посмотреть страницу сделаем, то у нас получается все даже отлично. Видите, ну, единственное, можно, ну, в принципе, цвет, все хорошо. Переходим в режим редактировать страницу. Плюс. Заголовок. По центру. Жирный. И с большой буквы варианты доставки. Дальше. Я сейчас скопирую образец текста. Сайта образца, да, плюс классический параграф, ставим курсор и вставляем, и выравниваем по центру все это дело. Хорошо, выделяем все и по центру, вот так вот. Далее, вот у нас заголовок был, мы становимся на них, на нем три точки, дублировать, и спускаем вниз. И здесь мы должны переделать на варианты оплаты. И теперь мы должны скопировать текст для оплаты. Становимся здесь, добавляем классический параграф. И здесь вставляем текст. Выделяем все по центру. Сохраняем изменения. И теперь нам нужно будет кое-что сделать. Нужно установить слайдер. Плагин для создания слайда для дополнительных страниц. Ну, мы просто поставим его как баннер. Для этого плагины добавить новый. Здесь мы вводим на английской раскладке Smart Slider. Вот этот плагин установить, активировать. Теперь переходим сюда. Кликаем вот по этой ссылочке. Выбираем новый проект. Создать новый проект. Простой слайдер. Да, ну можете не выбирать. Так, сейчас посмотрю, какое у нас будет разрешение. Смотрите, здесь должно быть разрешение на 867 на 374 бокса. Ну, или давайте во всю ширину поставим. И, естественно, картинка у вас должна быть такого же разрешения. Создать, добавить слайд, изображение, загрузить файлы, выберите файлы, выбрать. Так, вот она добавилась, наводим, редактировать. Вот сюда кликаем по кнопке. Здесь, значит, закрываем, и здесь мы должны слева, сейчас я найду, кнопка, здесь пишем. Во второй вкладке нужно открыть наш этот же сайт. Переходим в каталог, копируем ссылку, переходим там, где у нас открыт слайд, убираем решетку и вставляем эту ссылочку. Так. Каталог, стиль, и теперь там, где у нас здесь было открыто, переходим в панель настроить. Нам нужно цвет скопировать, вот этот синенький. Total Color, Global Color. Так, выбираем цвет. Вот маркировка, копируем. Переходим во вкладку, где открыт слайдер. И здесь мы цвет фона, даже не так, вот сюда в окошечко мы вставляем и только убираем решеточку. Можно рамку сделать, граница 1 пиксель,
И здесь цвет выбираем белый. Все, сохраняем. Теперь закрываем вот эту панель настроить. Снова переходим в доставку. Ну, можно было и о магазине перейти. Ну ладно. Там и там будем вставлять. Здесь редактировать страницу. И смотрите, вставляя, становимся где вот последний классический параграф, плюс, так как после него хотим ставить. И Smart Slider 3 выбираем. Здесь Select Slider. И выбираем наш слайдер. Insert. Обновить. Посмотреть страницу. Видите, во всю ширину плохо. Значит, возвращаемся в Smart Slider. Значит, My Project. Размер. Boxed. Сохранить. Давайте обновимся, где доставка и оплата. Вот, теперь все хорошо. Если кликаем по кнопочке, происходит переадресация в наш каталог. То же самое давайте поставим и о магазине. Редактировать страницу. Так. Становимся вот здесь, на классический параграф. Добавляем Smart Slider. Select Slider. Выбираем наш слайдер и insert. А слайдер спустим под форму. И так будет намного лучше. Посмотреть страницу. И вот, все, пожалуйста, все есть. Теперь смотрим, что мы еще из блок. Мы также с вами, ну просто статьи. Тут все понятно. И нам теперь осталось сделать страницу контакты. Вот она пустая. Сейчас мы сделаем страницу контакты.